Вот прошли мы уже поселок Светлый, прошли мы широкую трассу, объездную Геленджика, и скоро у нас, нет, еще не скоро серпантина, но здесь сейчас начнутся такие дорожки двухсторонка с одной полосой в каждом направлении. Держим мы направление на Джумку. Да, полчаса, но мы выиграли все-таки. Конечно, с переживаниями, но вроде все нормально. Обошел я машинку, все на месте. Нигде ничего не зацепили. Слава Богу. Ух ты. Начинаются красивые виды. Такие плавные пока повороты. Но зная эту дорогу, что нас еще ждет впереди, эти повороты ни о чем. Вот какой хороший. Так, а здесь очередные бетонные заграждения привезли, выгружают. Ну что ж, посмотрим, сколько нам еще дорогой удастся сократить время в пути, чтобы нам уж не так поздно приехать, потому что дорога-то и знакомая, но место, куда мы едем, для нас совсем новое. Там же надо еще и держать связь, чтобы нам хоть ключи дали от помещения-то. Но вроде как обещали, что все будет, слово вот это, сейчас вспомню. На расстоянии, как это называется? Дистанционно. Все будет дистанционно. Нам все подскажут, все расскажут, как куда зайти и где что найти. Проезжаем мы в поселок Пшада. Здесь у нас небольшое затруднение, потому что дорога узкая. И объехать мы тут не объедем. Такие вот здания мне всегда напоминают автостанции. А вот, наверное, тут как раз автобусы и отстаиваются. Потом как высадят народ. И потом на разворот. Ну что ж, вырвались мы на оперативный простор. Время прибытия нам теперь пишет 23.22. Ничего себе. А было 23.11. Где-то мы вот тут из-за простоев немножко задержались. Да, еще говорю, на легковой, на кроссовере здесь куда ни шло ехать. Но вот ходят коллеги на грузовиках по таким вот поворотам. Это что-то. Улица Светлая, улица Высокая. Да, но тут не разгонишь, тут камеры висят на сороковниках. Приходится придерживать коня.
Рязанская ярмарка, что-то маловато стоит. Всего 3 продавца. А может быть, по выходным больше стоит. Шада у нас закончилась. А впереди у нас Осиповка и Джубка. Архипова. А, да, Архипо-Осиповка. Хотел сказать, дорога пошла поровнее, но не намного. Интересно, вот вдоль моря проложить нельзя дорогу, да, вот так тоннелями, или это будет, наверное, не скоро начало перевала у нас. Под поезда-то же вот сделали, ходят они там вдоль берега. Дорогостоящее, наверное, строительство. Легче вот тут нас серпантином везти. А вот и дошли мы до развязки на Джубку и Сочи направо. А налево на Краснодар. И вот именно здесь мы тоже будем на обратном пути уходить на Краснодар. Вот она еще одна развязка. Так, 80 километров. И вот здесь у нас съезд. Съезд, поверните направо. 72 километра. Столько мостов, интересно. По одному из них мы поедем обратно. Надеюсь, тут сейчас дорожка какое-то время пойдет широкая. Нет, нет, только не короткий промежуток широкая прошла. Дальше опять по одной полосе. Хотя нет, она сейчас будет периодически меняться. Как раньше на Санкт-Петербург идешь, то с этой стороны две полосы, то с другой. Фуры из Сочи идут. Так, а это у нас, по-моему, к Джубке подошли. Да, да, да. Там 3 километра было написано до Джубки. Ремонт. Столовая. Сувениров очень-очень много. Даже служба размещения, она работает, киоски, да, эти павильоны. Наверное, помогают размещаться туристам. Смотрите, сколько их много. Так, встаем. А вот и первая пробочка. Ничего себе, пробочка. Одну пробочку-то мы объехали, а я сейчас тоже вот сюда встану, интересно. И дальше мы... Можно опять на какой-нибудь пути опять. Если только на дельтаплане. Или по соседней горе там. Да, вот Жигули без номеров едет. Бывает. Потерял, наверное.
друзья, толкаемся мы по джубке и смотрим с правой стороны. Смотрите, какой аквапарк, классная горка, как бы змея, смотрите, да, сделана, как у кобры такая спина. Да, это один из водных аттракционов. Я уже с вами скатился. Мне хватило адреналину, хапнул на 10 лет вперед. Постарел, да? Да, и вот так вот мы посидел, наверное, на 15 волос. И вот так мы по джубге уже, не соврать, целый час, наверное, толкаемся. На часах у нас 17:25, 17:30, самый разгар. И мало того, что сейчас за бортом 29, все идут на пляж. Здесь много нерегулируемых пешеходных переходов. Ну что, неужели поехали? Это же... Да. Сейчас еще вот тут светофор пройдем, и навигатор нам рисует, что вроде дальше все. Желтое пошло. Все в желтом. Красное закончилось. Наконец-то. И здесь вот из-за того, что улица узкая, да, как только встанет кто-нибудь поворачивать, да, пешеходные переходы-то еще и с боков, надо пропускать пешеходов. В общем, толкучка получается конкретная. Ай-яй. Заехал ховер. Ну давай, давай, выезжай. Красавчик поблагодарил. Мы обычно всегда здесь проезжали ночью. Ну, по крайней мере, поздно вечером. Так, все разобрались. Вот, помимо пешеходов, еще вот из таких узких улочков надо выехать в гору. И встроиться в какой-то, да? Да, и сразу встроиться в ряд. А ряд-то закрытый. Ой, ну, в общем, здесь хватает волнения. Не хотите ли вы как-нибудь обнаружено снять жилье в джубке? Да? Может быть, может быть. Когда-нибудь, но... да? Да, когда-нибудь. Слушай, а вот скажи мне, поезд идет, мы когда едем из Нижнего в Сочи, мы приезжаем в джубку? Нет. Обнаружено очень удобно. Ограничение скорости. Вот так вот. Что? Поехали. 50 километров в час. Вот джубга и закончилась. Да, потолкались мы на ней. Смотрите, какой интересный. Флинт стоит на корабле. Фасоль. Проезжаем мы поселок Новомихайловский. Вот справа, смотрю, старое здание, уже даже облицовка начала отлетать.
Речка Нечепсухо. Вот это название. Ее, к сожалению, не очень видно. Хотя нет, есть такое дело. Пешеходный мост оказывается рядом. Но он какой-то... Это даже не мост. Это трубовод. И опять мы толкаемся. Причем толкаемся теперь как в ту сторону, в сторону Сочи, так и в обратную сторону. Но зато не стоим, все-таки едем. Едем, друзья, все-таки есть надежда. Хотя опять время, что мы наверстали объездом. Прибытие в 23:44, без 15:12. А впереди-то у нас самое интересное. Да. Что, догнали мы Volkswagen кабриолет из Рязани. Люди едут, отдыхают с открытым верхом. Прикольно. На улице 28 градусов. Классно, тут целая семейка. Веселая семейка. И прошли мы Небук. Хорошо хоть здесь. Все чаще стали появляться полосы для обгона, и движение пока бежит. Только разбежишься, какое-нибудь ограничение. Здесь под гору, понятно. Что, въехали мы в Туапсе. Прошли небольшой ансамбль поворотов. Но днем-то их еще ладно проходить нормально, а вот ночью уже сложнее гораздо. В свете фар не видно, что там за поворотом, но единственное, помогает как раз навигатор. Ты уже заранее едешь и видишь, какой будет крутой поворот или не очень. Так, это, наверное, пешеходы, да? Нет, что он останавливается?
Пешеходы не переходят дорогу. А где-то он нам рисовал объездной путь. Вот, наверное, мы его сейчас и обходим. Хотя нет, это основная вроде дорога. Что ж, немножко. Нет, пока вроде правильно идем. Но где-то должен он нас круто уводить. Тут, наверное, прямо за автобусом. Да-да-да. Вот здесь. Да, вот это что-то у нас новенькое. Не было такого раньше. Точнее, мы так не ездили раньше. Интересно, что здесь выезд со второстепенной. Придется немножко постоять, потому что поток вечерний идет плотный. А, ну... Кабриолет тоже за нами едет. Да. Вроде есть окошечко. Да, тут задача не только не сбиться с маршрута, но еще пройти самым оптимальным, чтобы как можно меньше стоять. Странно смотреть, какой-то пансионат. Будьте внимательны, рядом школа. Пансионат, а, значит, школа. Так. Я ее посчитал. Метров держитесь правее, а затем поверните направо. Да, идет он, ведет кратчайшим путем. Ну что-то туда-то дорога нормальная, а сюда-то. Держитесь правее, а затем через 50 метров поверните направо. Через 50? Что-то мы не сюда, наверное, повернули. Хотя нет. Здесь должна быть дорога-то. Повернули направо. Собачка, осторожненько. Интересно. Переехали горную речку. Я, честно говоря, не помню эту дорогу. Да, где-то мы пошли объездом. А? В объезд пошли. Вот так вот.
мы как раз вдоль речки едем. Я смотрю, камыш высокий такой, аж трехметровый, наверное, аж видно. Вон речка так глубоко внизу, а камыш выпирает, чуть ли не дерево выросло. Тоже укрепляли стены, да, бетонными плитами.